Большая Балашиха Лайф. Новости. Делегация от Балашихи, в составе которой представители молодежных общественных организаций, образовательных учреждений, отправились в Егорьевский район, где сегодня стартует форум «Я гражданин Подмосковья». Первая смена будет посвящена молодежному творчеству. В этом году так обстоятельства сложились, что меня пригласили, я согласилась, я поехала. Что жду от форума? Во-первых, это куча потрясающих положительных эмоций, новые знакомства, новые идеи, новые проекты, новые задумки и осуществление уже задуманного. На самом деле это очень интересно, это очень завораживающе. Вот в прошлом году я съездила, в этом году я ждала, когда меня позовут, думаю, когда же. Я жду новых знакомств, новых эмоций, может быть, каких-то шансов, может быть, каких-то задумок новых проектов, наверное. Проводить молодых людей и сказать напутственные слова пришел глава городского округа Балашиха Евгений Жирков. Я вам желаю успеха, ну и надеюсь, что вы не подведете нашу Балашиху. Успеха вам всем. Спасибо, всего доброго. Ребят, не подведем? Нет! Форум «Я гражданин Подмосковья» проходит с 1 по 21 июля. Всего в 5 сменах в нем примут участие более 300 балашихинцев. Вера Безгина, Александр Спицын. Большая Балашиха Лайф. Большая Балашиха Лайф. Новости.